Вот. У меня есть мечта, если останется время, я не скажу. Ну, давайте все-таки пойдем до конца. Я, конечно, не уверен, что вас обрадует сравнение с Мартином Лютером Кингом, но, тем не менее, какая у вас есть мечта? Его-то нет, мечту мы мечта все знаем. У меня есть следующее. У меня теперь, не боясь никакой уголовной ответственности, появилась возможность, увидев на той стороне военного эксперта, вот, сказать, что теперь есть у кого учиться ведению войны. Не работает. Хорошо, что вы про это сказали, потому что, конечно, особенно вот после сегодняшних там Новороссий про Белгород, ходишь так по дому и думаешь, когда вот мы уже будем делать так, как Израиль, а потом знаете, немножечко мне выдохнешь. Александр Николаевич, мы так не можем вести военные действия. Почему? Потому что это не военные действия. Вот возникает вопрос, а какого черта происходит то, что произошло в Белгороде? Но это есть. А вы сами, Александр Николаевич, вы же умный человек, вы же можете сами на этот вопрос ответить. Подождите. Почему мы не позволяем себе делать так, как позволяет себе Израиль сейчас в секторе Газа? Израиль себе позволяет выровнять... Александр Николаевич, при том, что он культурный человек, Ваня, у него немножечко, извините, что я за вас отвечаю, другой культурный код. Случилось в Белгороде то, что случилось в Белгороде. Да. Через 24 часа что? Нет половины Харькова. Вы людоед, Александр Николаевич. Понимаете, что так нельзя? Просто нету его. Картинка из Газы сейчас показывает, что это абсолютно людоедский метод, Александр что Николаевич. Что значит людоедский? Если ну, потому что до Газы война. Можно было, они, можно было между бы об этом прочим, рассуждать. Александр Николаевич. Александр Николаевич. Убивать. Да. Они, они хотят не нас хотят убивать. Ничего другого. Я знаю. Они хотят нас убивать. Они хотят сжечь Москву, но о чем этом... мне пишут каждый день. Они хотят нас убивать. Они хотят насиловать наших женщин. Они хотят здесь устроить свое царство. Украина понаду все. Так вот. Хрен им, они в Украину понадобятся. Но в этом не виноваты ни дети, ни женщины, Александр Николаевич. Нет, это принципиальный момент. Это принципиальный момент. Это принципиальный момент, Александр Николаевич. Дети и женщины не а мы до сих пор называем их братьями своими. Это может, не мы дурачки брать. Какие-то молоко. Это не братья, это мы и есть. На Украине просто власть захватила, понимаете, вот тоталитарная секта. Украинство в своей идеологии это как религиозная секта, это религия. Украинский национализм. Но все остальные люди, вот это такие же русские люди. Их либо одурманили, и их нужно возвращать на место постепенно. Либо же, соответственно, это люди, которые и но нас вы и ждут. Видите, что это, вот принцип бы... Сытина надо применять по отношению к тем людям, кто убивал людей в Купинске. Кто убивал а как вы собираетесь их фильтровать? Надо их найти. Найти и наказать. Повесить публично. Не знаю, что с ними сделать. Слушайте, я думаю, что это конкретные там люди. Достаточно быстро. Это деятельность на них... уголовного права. Александр а Николаевич, говорю, на них быстро а покажут пальцы.